Не говори, это произошло случайно, а это встретилось само собой. В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного. Сколько волос на твоей голове, ни один из них не забыт у Бога. Видишь ли, как ничто, даже самое малое, не избегает надзора ока Божия. Святитель Василий Великий. Сегодня мы проводим заседание на тему совершенствования государственного регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений. Об опасности отсутствия согласия в товарищах предупреждал еще и баснописец Крылов. Особенно стоит задуматься над этими словами, когда речь идет о межнациональных отношениях. В законодательном собрании Нижегородской области эту тему обсудили депутаты и общественники. Там прошел круглый стол совершенствования государственного регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений. Мы надеемся, что диалог между властью и обществом, властью и конфессиями, обществом и конфессией, он будет носить созидательный характер. Нижегородская область традиционно относится к числу регионов с многонациональным составом населения. У нас проживает более сотни этнических групп. Добрососедские отношения между ними как нельзя актуальны. Обсуждали проблемы, задачи, вопросы, которые необходимо решить через законодательные собрания, через правительство области, с целью гармонизировать отношения межнациональные, чтобы как можно было меньше конфликтов различных, которые, в общем, сейчас мы видим, они происходят везде в мире, и у нас они случаются, чтобы минимизировать, в общем, эту насущную проблему, так чтобы она решалась на бытовом уровне, в школах. И сейчас шел интересный, заинтересованный разговор о том, как стратегию превратить в совокупность тактических мер, которые адресованы к нашему населению, с тем, чтобы сделать его настоящими гражданами, веротерпимыми, последовательными, мобильными и очень активными. В завершении работы круглого стола общественники предложили создать при парламенте области Совет гражданского согласия. Предполагается, что он займется взаимодействием с некоммерческими организациями, связанными с межнациональными проектами. Депутаты Заксобрания, в свою очередь, должны понять, с помощью каких механизмов все это осуществить. В этом им готова помочь церковь. Основной целью сегодняшнего круглого стола было поиск современных подходов к установлению гармоничных отношений в обществе. И основным решением сегодняшнего круглого стола стало создание при законодательном совете Совета гражданского согласия. В рамках Совета гражданского согласия, думаю, будет интересен опыт Городецкой епархии. Сегодня позиция правящего архиерея быть особо открытым в этих отношениях. Это сегодня очень важная сфера для нас. К нам приезжают представители различных народов, армяне, татары, грузины. И сегодня по инициативе Городецкой епархии реализовываются молодежно-патриотические проекты, в том числе не только в Нижегородской области, но и в регионах Приволжского федерального округа. Из нынешней ситуации и обстановки, которая сейчас в мире сложилось, конечно, это самый краеугольный камень – сохранить межнациональную дружбу и межконфессиональные отношения, чтобы не просто оставались на прежнем уровне, а развивались. Для этого у Российской Федерации есть опыт, и хотелось бы в этой связи отметить, чтобы именно Нижегородская область стала той площадкой, чтобы особое внимание уделили подрастающему поколению. Ситуация с межнациональными отношениями в Нижегородской области достаточно спокойная. Это тем более важно на фоне сообщений о Ближнем Востоке и Европе. Не допустить вражды сейчас становится задачей номер один. Если мы говорим о конфессиях, очень все просто. Если мы говорим о национальности, все очень просто. Наши деды воевали, и что, грузин закрывался в грудь русского. Почему? Потому что были люди, которые была цель. У нас с вами, простите за громкое слово, у нас Россия. Мы должны быть более, как говорится, люди, которые стоящие за эту родину. И закрывающие собой тех же самых детей. Не ими прикрываться, а их закрывать, их защищать. Жизнь человеческая – водоворот событий, порой немыслимых и необъяснимых. В центре этих событий человек – Божье создание и одновременно тот, кому предназначен мир. Порой бывает так, что сами люди не понимают, что происходит с ними. Тогда говорят, что в их мир пришло чудо. Чудо для существа, которое само было создано чудесным образом. Когда
человек живет на земле, и особенно те, кто приходит в церковь, все знают о том, что в нашей жизни время от времени совершаются чудеса. Что такое чудо? Чудо – это некое действие, которое выходит за рамки физических, химических, биологических законов. Это то, что не должно совершиться. То, что совершиться не может. И вдруг это происходит. Чудо никто не готовит. Чудо вдруг совершается. Мы не знаем, откуда оно совершается, и как, куда это уходит энергия, которая ее совершает. Когда Бога-человек Христос ходил по земле, 3,5 года проповедовал, Он совершал чудеса. Все видели, вот это Он совершает чудеса. Иногда Он обращался к Отцу Своему Небесному и как бы просил Его совершить чудо, например, воскресить Лазаря, который 4 дня был мертв. Но мы знаем, что с неба время от времени Господь посылает или ангелов, как архангела Гавриила посылал неоднократно, к родителям Девы Марии, Иакиму и Анне, которые не могли родить, но Господь послал архангела Гавриила, и он сообщил им о том, что у них родится дочь, нужно назвать ее Марией. Бог послал архангела Гавриила к родителям Иоанна Крестителя, Захарии и Елисавете. И он им тоже сказал, что у них родится сын, хотя не мог родиться. И как его назвать? Иоанн назовет. Но мы знаем, что время от времени от Бога и Царства Божия приходят святые. Например, Александру Невскому помогали его родные, из его рода Рюриковичи, Борис и Глеб, например, помогали. Они так сказали, пойдем поможем сроднику нашему. Сам Александр Невский, когда стал святым, ушел из этого мира, он помогал, Иоанну Грозному помогал, брать Казань, и он был с ним рядом. Поэтому мы видим, что святые помогают. А уж сколько Николай Угодник помогал, сколько Сергий Радонежский, целитель Пантелеима, сколько Косьма и Дамиан, Кир и Иоанн, Флора и Лавра, и множество-множество. Но особое почитание среди чудес, которые совершаются на земле, отводится Божьей Матери. Божья Матерь только и делает то, что старается слышать тех, кто к ней обращается, и помогать этим людям. Если бы сегодня сделать книгу и собрать все чудеса, которые совершились через Деву Марию, такую книгу мы не смогли бы с вами поднять. Россия называется Дом Пресвятой Богородицы, потому что столько раз Божья Матерь спасала нашу землю, наш народ, наше Отечество, и даже наше государство от погибели, что нет времени, чтобы даже об этом рассказать. Поэтому Россия называется Дом Пресвятой Богородицы. Так возлюбила Божья Матерь нашу удивительную землю и наш многострадальный, уникальный, удивительный народ.